Ну вот, можно видеть, как тут бегают люди. Вот сюда я прибегаю утром где-то за 23 минуты. Это если считать вместе с подъемом на гору 10 минут и где-то вот 13 минут бегу сюда. Быстрый длинный спуск. И вот еще часть дистанции терпения. О, и хотя красный свет, но машин не очень много, и я нарушу. Хотя, честно говоря, это делать нельзя. И главное, не надо. Ух, какая птица. Как бы мне ее зацепить?